Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова с Мерсина, с января, с базара по субботам в районе ТДЖ. Я надеюсь, вы уже доели таки все новогодние салаты и стали реализовывать все цели, желания и мечты, которые загадали в новогоднюю ночь. В Мерсине у нас тоже рождественское похолодание. До плюс 16 опустилось у нас температура, вот так вот мы мерзнем. Если у вас чуть похолоднее, кстати, сколько у вас градусов, приезжайте к нам в Мерсин греться. Пройдусь по базару. С Нового года должно все подорожать. Обычно оно так. Налоги, штрафы, нотариальные услуги и так далее, и так далее. Ну и зарплаты тоже, кстати, у нас поднялись. Поэтому давайте с вами оценим, какой ассортимент продуктов. У нас всегда овощи, фрукты только сезонные. Посмотрим, сколько стоит. Внизу в инфобоксе под видео напишу курсы доллара, евро, рубля, гривны, тенге, российского рубля. Все сказала, тенге. Напишите, пожалуйста, сколько стоят овощи, фрукты у вас и насколько у вас холодно. Пошли гулять. Поехали. У нас продолжается сезон всевозможных капуст. Штука за 20 лир. Брокколи и цветная. Вот такая очень полезная за 25. И обычная для борща 30 лир за штуку. Конечно же, у нас сейчас идет сезон цитрусовых. Кстати, уже начинают цвести сады. То есть у нас и урожай еще собирается, и сады уже цветут. Что ты сказать? Ты тащишь это? Ты зачем хочешь так? Ты же видишь, что ты тащишь. Помидорки, огурчики. Круглый год, но вот я пока не скажу, что что-то изменилось с прошлого года. Вы можете пересмотреть видео каждый месяц. Делаю обзор базара. И можете наблюдать за динамикой цен и ассортиментом продуктов. Свеколка у нас тут редкое явление, деликатес. Винегрет они не делают, в борщ не кладут. Хош булдук. Зелени традиционно много, традиционно свежая. Некадар? 10. Ага, 10, но большой. Утренний базар снимаю. Утренний он повеселее, посвежее. Вечерний уж больно суетной, но дешевый. Некадар? 80 лир. Вот такая замечательная клубничка. Картошка всегда привозная. Картошка не растет в Мерсине. Хурма у нас уже отошла, а вот тыквы сезон. Хурма 20 лир за килограмм. И крайне вкусные свежие мандарины у нас в Мерсине. Вот смотрите, не знаю. Рускарт, чалышерма? Рускарт. Говорит, что работают российские карты. Удивительно. Но надо будет кого-нибудь попросить проверить.
Приходите на базар, проверяйте. Ну вот кто-то недавно приехавший, наверное, еще в шортах. Как красиво все разложено. Хоть на конкурс отправляй. Рыбку посмотрим, что у нас с рыбкой. Охлажденная рыбка. Есть сибас, есть дорада. Чупране кадар? А на мадым? 200. Ага. Леврек? 220. За сибас. Тешекюр, кулай гельсин. Яйца обычно продаются у нас поштучно. Хорошие домашние яйца. Вот упаковка из 15 штук. 55 лир. Можете сами повыбирать поштучно. Юмурта не кадарта, не? Дортбучок. 4. Айнефиат. 4 лира за одно яйцо домашних яиц. Оливочки от самого дорогого до самого дешевого. Ну, наверное, самое недорогое — это 85 лир. Вкуснейшие. И вкуснейшие на гриле за 210 лир. Смотрите, какие большие, крупные. Нарезанные, соленые, слабо соленые, вяленые. Какие хотите оливки и какие хотите сыры. Все сыры, конечно же, можно попробовать. Ну вот средняя, да, цена 100. Гюнайден. А ты шекера даринсен, айны мутлайлар. Поздравляем с наступившим Новым годом. Какие сыры хорошие, решайте сами. Ассортимент очень большой. Есть и масла, и крем-сыры, и всякие мясные деликатесы. Домашний мед. Ну, все для вашего здоровья. Только свежие, натуральные, вкусные продукты. И пекмес есть, и все на свете. Спрашивал кто-то про орехи. Ну вот показываю вам стоимость орехов. Нечищенный миндаль 100. 150 это у нас каштаны. Грецкий орех 170, 180. Грецкий орех чищенный 350, 320. Фисташечки по 550. Миндаль 300. Чищенный фундук 400. Соленый миндаль 350. Конечно же, все можно попробовать. Да, попробуй. Тешекира дарим. Ну и традиционные вкусняшки, современные, скажем так, вкусняшки, червячки, мервячки, все, что вы хотите. От 60 до скольки? До 450, большой разбег цен
на свежайший продукт. Посмотрим, что еще в этом ряду. У нас заканчивается таки сезон авокадо. Угу, отличное авокадо. Авокадо некадар? Вот такие различные сорта. Юный торговец. Кош булдук. И... Подружка моя. Да, подружка. Альма, 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 альма. Хорошо, яблоки вон какие. Зазывают. Монтар некадар. Монтар. Лично тебе бесплатно. А, лично мне бесплатно. А для подписчиков, для клиентов? По 120. 120. А не фиат? Не, это еще по 90. По 90. Да. Шампиньончики по 90, вешенки. Все отлично. Работаешь? Да, да, работаем. Хорошего дня вам. Аль-Мазио. Смотрите, какие чудесненькие баклажанчики у нас. Подложение кадар? 25. За 25 чудеснейшие баклажанчики и перец, какой хотите. И чего только хотите. Вот даже редисочка. Надеюсь, у вас потекли слюнки. Я вот пока снимала, уже присмотрела, что я хочу, что я куплю. Ой, запах какой. Фрукты, овощи. Классно. Классно пахнут. Гранат отходит. Листья уже гранат сбросил. То есть это вот продается уже собранный урожай. Изюм не знаю, за каких закромов родины взяли. Узюм некадар? Килограмм 50. 50. Татлыма? Очень сладкий, попробовать. Очень сладкий, попробуем. Без косточек. Супер. Ну прям реально вкусно. Надеюсь, почувствовали нашу атмосферу, нашу температуру и наше настроение. Афарин. Ну и еще в дополнение, если вы любите крапивный суп, то знаете, крапива в Турции тоже есть. И вот такая вот травка, и вот такая травка, и вон что за травка там, я не знаю, но тоже есть. То есть в Турции есть все. Надеюсь, вам понравился базар, атмосфера. Пишите комментарии под видео. Люблю и до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.